Добрый день! Сегодня у нас в обзоре радиоконтактор. Очень удачное устройство. Буквально недавно поступило на рынок. Контактор работает на батарейках. По функциям это тот же самый контактор, что и проводной, только без проводов, что делает его очень уникальным. У нас недавно у клиента была такая задача. Они выполнили ремонт и забыли поставить один контактор. И вот такой радиоконтактор очень спас, не нужно тянуть проводов, они поставили его в кладовку, и на открывание двери включается теперь там автоматический свет. Контактор работает 2 года на батарейке, есть датчик батарейки, в случае, если она будет заканчиваться, он сообщит об этом. Контактор ставится очень легко, вот такое белое устройство ставится либо на дверь, либо на раму, и ставится вот такой вот металлический элемент. Как только они соприкасаются, контакт есть. Соответственно, дверь вы открываете, контакта нет. Все данные передаются по радиоканалу. Никаких проводов нет, интеграция очень легкая. Вот такой вот контактор у нас сегодня. Спасибо.